О, господи, наконец-то суши. Я столько плыву, я столько уже плыву. Я так жрать хочу, это просто трэш. Так хочу есть. О, давай, наконец-то. Я могу стоять. Наконец-то я могу стоять на земле. Я люблю землю. Later. Так, мне теперь надо найти, что бы пожрать. Дико хочу есть, а еды у меня вообще никакой нету, кроме... О. Ты что, мне яйца накидаешься? Слушай, эй, кстати, а может мне тебя сожрать, а? Слышь? Нет? Она еще и кивает, типа, мне не надо. А ты меня понимаешь? Слышь, я тут есть хочу, не обессудь. Можно я тебе немножко это... О, еда? А что, правда, можно? Ух ты. О, прекрасный. Ой, что-то голова закружила. Как чудесно поспала и покушала. Ой, какие милые существа, какие милые существа. Ой, доброе утро. Вы что, живые, что ли? А я думала, вы игрушки. А что я делаю? О, я в такой же миске, что и вы. Это что, это миска или это лежанка? Это ваша лежанка. А почему я на вашей лежанке? Я же большая, я же не помню. Ух, ёлки-палки. А что у меня с глазами? Что у меня будто бы в штырь? Ёлки-палки. Пожалуйста, ты была без сознания, нам надо было тебе помочь, но и мне пришлось сделать тебе такой же, как и мы. А как вы сделали у меня такой же, как и вы? Это что-то все так просто? Я вроде бы просто хотела есть. Слушайте, я такая милая. Я такая милая? В тебя свою душу. А как вы, что? В душу? Что? Что? Слишком много, как бы так сказать, очень много умных слов. Всяких магии подобных. Слушай, я такая миленькая, балдежная. А я кто? А вы кто? Вы собачки? Волки, которые стали разумными девочками. Ой, как мило. То есть я тоже теперь волк? А у меня... О, кстати, да, у меня хп чуть побольше стало, не то, что раньше. А что я умею? Чё, кто я по жизни вообще такая? У-ху! Чё я такая быстрая? Я же лазить умею по стенам. А, или не умею, это просто лоза. Слушайте, ага. Балдёж. Так погодите, это, конечно, все очень прикольненько, но мне нельзя оставаться такой. Я как бы... Почему? Ну, потому что я человек, это странно, если я буду такой же, как... Стой, ты же пришла из-за моря, девочка в пророчестве. А какая девочка в пророчестве? Я не... Девочка из-за моря, если освободить наши бренные тела из этих... А что, они бренные? Просто если бренные, то освобождать, я думаю, ну такое себе. Но если не бренные, а вот так просто для рифмы сказали, тогда, может быть, и помогу. Как ты поняла, то что, типа, нам нужно освободиться. Так погодите, вы, типа, обычные люди или что? Или как? Нет, мы... Собаки. А зачем освобождаться? Чё вам плохо жить? Балдёж, вы в лежанке спите целыми днями. Мы жрицы, поэтому мы так и... О, я тоже жрица выходит? Круто, я стала одной из жриц. А это законно? Это нормально? Это так легко? Как мы тебя сделали? Незаконно, потому что мы тебя как бы не спросили, росписи не было, не было передачи прав имущества и все такое. А у меня нет имущества. Смерти по этим более. А как при смерти? Я же вроде просто кушать хотела, нет? Как я поняла, ела очень давно, потому что я желудок себя изнутри начал кушать. Ну, есть такое. Я очень долго плыла. Ну как, не прям, что вот прям так все плохо было, но я очень долго плыла, не могла найти сушу, и вот когда нашла... Ладно, хорошо, давайте я вам помогу, а вы меня превратите обратно. Просто, понимаете, мне нельзя оставаться вот в этом теле. Понимаете, оно маленькое, оно ничего не умеет, оно в один блок, это пипец. Стоп, погодите, а если я в один блок, я что, могу пролезать в маленькие дырочки? Ну-ка, сейчас я раскопаю здесь. Раскопаю и... Слушайте, ребят, один блок залезаю, вау. Найди меня. Серьезно? Ну, я просто прикалываюсь, просто это очень забавно. Ты мне что-то говоришь еще по поводу серьезности? В общем, можно? Давайте я вам помогу, раз я какая-то там девочка из пророчества. Да-да, это самая я. Алмазы дадите мне за это? И вообще? Да. За основу взяли. А, вот это, слушай, по факту. Шаришь? Да я шарю, конечно, дело. У нас просто, понимаете, в нашем людском мире есть... Погодите, а почему я ваш язык понял? А, потому что я... А ты изначально... Это ты меня вначале увидела, да? И яйцами меня кидала. А зачем ты яйками меня кидала? Обращала на меня внимание. Да нет, сразу обратилась, съесть хотела. А, да? Да. Ты хотела меня съесть? Да я что, знала, что ты... Я вообще не знала, что ты такое. Ну, понимаешь, какая-то маленькая девочка с хвостиками, такая, ну, значит, ее можно съесть, наверное. А ты всех моих девочек с хвостиками кушаешь? Ну, слушайте, я была бы не против, но, кажется, в нашей стране за это сажают. Да. Давайте-ка не будем лучше, да? Потому что если мне въезд запретят в Турцию, то что мне делать? Где мне отдыхать? В наше время больше никуда и не съедешь. А как же в Россию? Прекрасный город Тюмень. А, спасибо с вашей Тюменью. Мне хватает. У меня там брат живет, кстати. И он немножко отбитый, так что я не хочу к нему, а то стану такой же. А куда вы, кстати, меня ведете? О, у вас деревня тут есть? А деревня, в которую лучше не заходить. Когда-то там были жители, которые приносили нам припасы покушать, а потом там поселились плохие контрабандисты и начали... А где обычные жильцы? Ну, кто был против, больше не живет там. Кто боится, тот живет. Видишь, вон то. Чё, где? А чё вы хотите мне показать? Курицы? О, вот
Давайте вытащим, у меня тут динамит завалялся. Стой. Нет, чё? Ты навредишь им. Так давайте я читаю 3 блока. Нет, здесь еще есть другие наши сестры. И нам нужно делать это либо одновременно и спасти всех сразу, либо... Стоп, а в чем прикол? Почему... Окей, а зачем вы контрабандисты? Контрабандисты. Ну вот эти вот люди. Ну они нам косточки давали, поначалу мы шли, и в итоге потом получилось. Так нет, а зачем вы? Вы же обычные песики, как я понимаю, только девочки. Девочки, песики миленькие, нас продают за 2500 долларов. Слушайте, ребята, у вас есть 2500 долларов? Просто если да, я так-то тоже девочка-песик, но это можем там договориться еще. Ну мне просто деньги нужны, понимаете? А мне тоже нельзя, пошли. Да в смысле? Ну а что мне делать? Мне просто жить скучно, понимаете? А так хоть что-нибудь новенькое, хотя бы 2000 долларов поимею. Слушайте, а я такая прикольная, у меня такие глаза прикольные. Я думаю, я буду стоить больше, чем 2500. О, господи. Где? А я вот, тихо, не паникуй, обернись, сзади. Ты что, дерево сломала? Нервничала. Я когда нервничаю, я делаю вот так вот. Взорвала динамит. Ну да, я когда нервничаю, я все подрываю. Даже если я стала девочкой и песиком, волком. А что говорилось в пророчестве? Девушка из-за моря. Я так-то не девушка, мне если что даже... 8 нет, даже девочка. Так что, может быть, это не обо мне? Нет. А тебе? А почему не мальчик? Почему именно девочка? Потому что вы тоже девочки, да? А пацан бы вас в гарем только взял, да? В смысле, это, так это вы сказали девочка, а не мальчик? А теперь нам нужно идти вот в эту пятнистую... Погоди, объясните мне по факту, что делать надо и что говорилось в пророчестве? Что я там должна сделать? Пятнистую пещеру. Ты должна объединить всех волчаток вокруг себя. А мы должны отдать свою разумность и няшность. Во имя того, чтобы побеждать, мы должны сделать... Ну, слушайте, разумность и няшность, это вообще по факту. Но ведь самое балдежное, это просто брать вот так вот динамит... Ну-ка, а что у меня там с ней? А, нормально. Нет, нельзя в этой пещере ничего такого делать. А для чего эта пещера? Ух ты, какая слышимость, мне нравится. Куда нам? А что нам? Подготовлю, ребят. Хорошо, подготовлю. А куда нам? А тут никак... Слушай, девочка-песик, а тут тупик. Девочка-песик, где... Я где-то слышу, где-то кто-то гавкает, но я никого не вижу. В чем прикол? Девочка! Ребят, походу меня киданули. А, вот, да вижу. Иди сюда. Иду. Куда нам? В воду? О, ух ты, тут по... Ух ты, сколько няшных девочек. А почему они все на одно лицо? А где ты? Потому что ты гребаная расистка. Да в каком смысле? Почему ты постоянно меня пинаешь? А почему я не такая, как все? Потому что я избранная, да? Слушайте, вы, девочки, которые все на одно лицо, я избранная, знаете почему? Потому что я не такая, как все. Смотрите, я с разными глазами. Ну, короче, я не такая, как все. Люблю доту. Люблю все. Что говоришь? Успокойся, не привлекай лишнее внимание. Так, в смысле, я же избранная, я избранная. Ау-ау-ау-ау! С ними сложно, с этими избранными. Плюсую. В смысле, а что, кто-то был до меня? Так, по старинке, возьми косточку. О, так, и что? Попробуй приручить их. А как? А это нормально, что я своих сестер приручаю? Они должны отдать себя во имя добра. О, слышь, смотри, отдалась мне. За косточку. О, мне нравится. Ну-ка, а ты хочешь? Ну-ка, опа. А вы, слушай, они прожорливые, походу на всех не хватит. Тут много нужно костей. Опачки, я так понимаю. Ты сегодня спонсор у нас, да, этой программы вечеринки? А можно им, что у них у всех ошейники одни? Мне вот это вот нравится больше, я хочу... Поменяешь. Так. Вроде бы я их всех приручила. Молодец, теперь самое интересное. А что самое интересное? Ну-ка. Так, они все на меня пырятся. Как аллергия, то есть начинается одного, продолжается другим. Да? Ну-ка проверим. 2 hours later. Что? О, а зачем это? Сама не кушай. Хорошо. Они же собаки обычные. Отдавай им. Так. Первая сестра ушла обратно в собачье тело. А погоди, а почему их обязательно в собак превращать? Ты должна их прокачать. А что, они не прокачиваются, пока они няшные лучки? К сожалению, нет. Ибо они миленькие, но беззащитные. Блин, ребята, с вас тупо лайки. Вы гляньте, что делаю с милыми няшными. Кавай-симпай, это что такое? Ладно, придется их всех. Они такие неинтересные становятся. Можно хотя бы поводочек на прощание поменять? Да. Я дам тебе разные цвета. О, балдеж. Закончи. А в смысле закончи? Так я хочу. А что, вот на этих девочек нельзя нацепить поводочек? Не. Ой, не поводочек, а шейник. Ну блин, отстой. Они же интересные. Вроде бы всех. А вот нам еще сзади. Чего, погоди, дядя, там за... Во, все, вроде бы все. Розовый хочешь? Хочу розовый. Всем хочу розовый. А сейчас какой? Фиолетовый есть. А погоди. А как? О! Так, ладно, а можно мне все цвета радуги, чтобы я их различала? Ты будешь у меня зефиркой. Вот такой. Ой, какие вот милашки. У-ху. Так, ты будешь вот таким, ты будешь у меня голубым, ты будешь оранжевым, а ты будешь зелененьким. А еще какие есть? Черный есть. О, это будет Ричи. Так, ты будешь у меня Ричи, потому что Ричи любит... Вот такой Ричи. Это будет... А, это мой брат. Так, тебе на... А, стоп, голубой уже есть. И мне еще один не хватает. О, ты будешь Ричи номер 2. А нет, тут еще нужно... К еще одному не хватило, кажется, поводочка, наверное. Да? Ну-ка. Да-да-да-да, одному не хватило. О.
Окей, ты будешь тоже у меня, это какой, рыжий. Рыженьким, ты будешь рыжик. А теперь смотри. Так. Ты можешь одеть им даже. А что это? Не понял, ну-ка. А как снять? Снять нельзя. Да отстой, смысл, ну почему зефирка у меня теперь не... Ну это же зефирка, мне нужно было Ричи одеть. А не, Ричи лох по жизни, надо было кому-нибудь другому одеть. Ну что, точно не зефирки, зефирка типа это, она же миленькая должна быть. Возьми палочку и попробуй использовать на нее. А палочку, ну-ка, палка. Вау! Тут есть целая информация, веселый обжор. Кого? Тут прокачивать их? Да. Послушный, бродячий, агрессивный, бешеный, боевой, послушный. Вау. Вау. Смена текстуры. Что за смена текстуры? Не мешайте мне, я хочу встать прямо вот и смотреть на него. Ну-ка. Смена текстуры. Вау! Ты глянь, какой блатной! Это тупо Рекс. Этот. Ой, не Рекс, а этот. Ну, этот. Ну, из... А попробуй кожаную куртку не водить. Да ладно, тут кожаная куртка есть? Ну-ка, где? А где? А где? Лол, ору. Ну, да, вот это, конечно, у меня Зефирыч. Зефирыч, ты тупо офигенный. Очков осталось 17. Смотри, победитель криперов. Собака в этом навыке будет учить крипер. Окей, окей, я поняла. Их просто кормишь кост. Ух ты, это что такое? Кидательная кость. Правой кнопкой мыши. Пацаны, ловите! Смотри, несет, несет, А, понял. Давайте, давай. На, поднимай своих ребят и пошли. Итак, вставайте, воины мои. Мы пойдем сражаться за имя и честь наших подруг. Имена ты им могла дать, кстати, в том же меню. Да зачем, я помню. Это Ричи. Это Зефиринка. А нет, стоп, Зефиринка. Ай, ладно. Короче, я еще всех не запомню, потому что их слишком много. В этом прикол. Так, и куда мы идем? Стой, стой, стой. Не забывай. А ко мне. Они что там застряли? Ну-ка, сюда. Давайте. Я тупо повелитель. Песиков. И чё? Так, а как выбирать команду другую? Команда рядом, команда сидеть, команда хорошо. И еще какие команды? Хорошо. Хороший свисток, мальчик, хорошая девочка. Боевой свисток. О, боевой свисток, окей, все, понял. Хорошо. Так, куда нам? Где ты, девочка? Я тут. Так. Где ты? Избранная, ты где? Я от тебя. Какой план действий? Можешь полетиться с ними, чтобы они к тебе привыкли, потому что, возможно, они умрут через пару часов. А чем я стреляю? Это снежки. Ревущий свисток. Так, положите несколько очков и ревущую бурю. Да. Кого? Ко мне. Есть команда рядом. Фига себе, перегруппировались. Прикольно. Так, ладно, что еще есть? Сидеть! Так. Прикольно. Боевой свисток, хорошо. А, кидательная палочка. Ну-ка, боевые воины. Поехали. Ну, давайте. Итак, кто у нас отличница? Кто у нас самый крутой? Так, кто-то уже берет косточку и несет мне обратно. Так, кто принес? Опачки. Зеленушка принес. Погоди, Ну, ич. Окей, палку мне принесли. А где кость? Вот тебе темненький принес. А, это Ричи. Фу, весь обслюнял. Ладно, пойдем уже в бой с ними потом как-нибудь поиграю. Мне нужно... Знаешь, мне нужно к своему брату побыстрее, потому что если я не вернусь... К закату следующего дня почему-то, просто следующего дня. Я не знаю, почему у меня следующего дня просто так получилось. Если захочешь их после этого всего отпустить, то вот тебе на всякий ножницы. А так, в смысле, почему захочу? Так я по-любому их должна буду отпустить. Нет, это же некрасиво будет их оставлять. А теперь пошли в атаку! Итак, ко мне! Сейчас, погоди, команда ко мне. Убежали! Где? Где эта деревня? Так, хорошо. А что мне нужно будет делать? Погоди, мне нужна команда сидеть. Хорошо, пастуха. Какая мне команда нужна будет? Просто бей врага, и они будут нападать. А, да, у меня есть боевой свисток. А, я понял, я походу так показываю, на кого нужно напасть. Ну, пацан. Они же идут за мной, да? Пацаны. Или девчонки. Ко мне. Молодцы. Так, сидеть, команда. Боевой пас. Все, я готова. Нападаем. Ну-ка, где эти шпионы? Шпионы, иди сюда. Че? Засали, идите сюда. Давай. Выходи. Пёси! О, напали. Балдёж. Нифига себе. А, кого спасать? Ну-ка, сейчас я всех загружу. Вот они первые. Их много, где мои пёси? Боевой свисток, погоди. Каменья! Рядом! Давайте. Жрите. Этого тоже все жрите. Давайте. Жрите. Ну-ну. Оп. Давайте. И этого тоже. Это моя личная орда. Понимаю, что тебе нравится, но может пойдем спасать девочек. А, ну пойдем. Так что их спасать? Это самое легкое. Сейчас найду. Так, это спасена. Я где-то видела, вот тут в начале деревни было еще. Вижу. Сейчас освобожу. Отсчитываю 3 блока. Так. 1, 2, 3. Так, уйдите, пёси, вы мне мешаете. Пёси, уйдите. Ладно, отсчитаю отсюда. 1, 2, 3. Поджигаем, уходим. Зови пёсели и свистком. Да. Рядом. Опа. Опачки, смотрите. Балдёж. Ко мне. Сейчас будем искать. Сейчас мы всех найдем, сейчас всех освободим. У тебя есть нюх. А, точно. Так. Да хватит это
это делать? Вижу. Так, погоди, три отсчитываем. Вот так вот, взрывай, как песик ко мне. Так, этого замочите. У меня своя личная банда. Балдюш. И этого тоже замочите. Давайте. Настало времена, когда они соберутся вокруг вместе и будут биться за свою свободу. Ну да, только они немножко не девочки миленькие, но да, суть одна и та же. А тут еще кто-то... А, тут освобождены. Все, мы, походу, всех освободили, походу. Нет? Да? Мы свободны. Да. А теперь бежим отсюда. А куда бежим? Так а что бежать? Мы же освободили деревню. Вы можете захватить эту деревню, нет? Мы рождены в лесу. Жили в лесу. И вообще будем жить. Я выходит, все помогла? А ну-ка, мои воины! А ну-ка, тихо, команда, сидеть! Молодцы. А теперь рассказывай. Спасибо тебе большое. Ой, да нет за что, нет за что. Наконец-то пророчество было выполнено. Ура! Ура, ура, ура! Ура, теперь вы освобождены. А теперь можно меня, пожалуйста, обратно? Но песиков я забираю. Ладно, на самом деле я же хорошая, так что я вас всех отпускаю. Я вас всех и тебя отпускаю, и тебя отпускаю, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя. Всех я вас отпускаю, вы свободны. Мы спасли ваших сестер, братьев, и теперь вы можете жить, делать, что хотите. Так, я всех освободила? Ой, ты какой. Ну-ка, какого нет? Вот это. Вот, теперь ты тоже свободен. Все, можете забирать всю свою атрибутику. Держите ваши ошейники. Отныне теперь вы ходите голенькими. Балдеж, я поддержу это. К сожалению, просто так не получится тебе освободить. А что надо сделать? Тела. Ну, мне придется отдать все последние силы и распрощаться. Ну, не зря я типа главная жрица. А в смысле последние силы отдать? Ты типа потом не сможешь колдовать? Ну, стану такой же. Ну ладно. Не надо. Дай я останусь песиком. В общем, всего. Все, не надо отдавать за меня жизнь. Мне в принципе и собачкой тоже не плохо. Я забыть собачкой, все, не трогайте меня! Мне нравится! Какая я быстрая. У-ху! Ричи, я сейчас приплыву обратно. Ричи, брат мой. Только надеюсь. Ты не удивишься, то, что я собачка. Ой, ребята, какая балдежная и милая я девочка. В общем, я не поняла. Серия очень странная. Я по итогу приплыла на этот остров. Меня встретила какая-то жрица. Странная жрица. По итогу они говорят то, что я чуть ли была не при смерти. Из-за этого они меня превратили в одну из своих. Да подожди ты, не трогай меня, дай попрощаться. С людьми, а потом мы с тобой поговорим в общем. Не, ну знаете, она сама этого хотела, так что меня за это не вините. Вы видели, я хотела ей помочь. Но, кстати, оцените мой лук, как вам? Я думаю, я очень миленькая. Ой, ребята, ладно, люблю, целую вас. Серия непонятная, но забавная, в принципе, как и все. Целую, счастья, здоровья, видео слева и справа. Вы обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь не очень интересно. С вами была Фласточка. Всем удачи и пока-пока. Ой, я такая милашка, конечно. Что ты трогаешь меня, пёся? Ты хочешь быть моей пёсечкой? Слушай, тебе сейчас глаз на жопу натяну, так что давай-ка ты не будешь упендриваться. Ой, все, всем пока-пока. Ну и что мне делать с тобой? Хочешь лакомство для тренировок? Балдеж, а теперь принеси мне палку.